Новости нашего региона. На территории военного аэродрома «Балтимор» произошло массовое убийство. 20-летний солдат-срочник расстрелял из автомата 4 человек. 20-летний Антон Макаров стоял в наряде. Около 5 утра он напал на майора, который проверял несение дежурной службы, сообщает пресс-служба Западного военного округа. По предварительным данным, рядовой поссорился с офицером и ударил его топором, который взял с пожарного щита. После этого он забрал у него пистолет и выстрелил еще в 3 человек. Затем он скрылся. Росгвардия и спецназ оцепили часть. В городе был объявлен план-перехват. Позже стало известно, что солдат покинул территорию аэродрома. В Рамонском районе угнал автомобиль, угрожая водителю оружием. Около 3 часов дня появилось сообщение о его задержании. Его настигли в Землянске Семилукского района. За что задержан, знаешь? Знаешь, за что задержан? За что? За все. За что, за все? Не снимай, не снимай. Лежать, мразь. Военный следственный комитет возбудил уголовное дело. В пресс-службе Западного военного округа сообщают, что в качестве основной версии рассматривают нервный срыв. Физического конфликта между рядовым Макаровым и майором Ермолаевым не было. В результате стрельбы 3 человека погибли. Один жив, но госпитализирован с огнестрельными ранениями. Молодому человеку предъявляют обвинение по 2 статьям. Убийство 2 или более лиц, а также хищение оружия. Солдату грозит пожизненное. Известно, что перед армией его отчислили из института МВД, где он успел отучиться 2 года на радиотехническом факультете. Преподаватели и сокурсники говорят, что он постоянно дрался и в целом вел себя странно. Например, мог внезапно закричать, пишет телеграм-канал «База». Его воспитывали дедушка и бабушка. Мать уехала в Израиль, когда Антон был еще ребенком. На данный момент органы выясняют все обстоятельства. Мы продолжим следить за событиями. Егор Китаев, Александр Панин, 41 канал.